ехал с дачи на работу. Ну, я вот просто не знаю, как он выскочил мне на дорогу. Ехал по себе, нормально по дороге ехал. Как он мне попался? По какой причине вы уехали с места происшествия? Да, и не по какой. Просто он поднялся, говорит, ну, везите меня, говорит. Я говорю, может, БСМП увезти тебя? Он говорит, нет, говорит. Вы в курсе, какие травмы у ребенка? Нет. То есть то, что ребенок в больницу доставлен, вы даже не знаете? Нет. Ну, нормально, он вышел, говорит, поблагодарил, что довез его.